Не самое современное и, возможно, даже не показательное производство с точки зрения оборудования. В цехах сильно пахнет хлоркой. Но, тем не менее, именно здесь работают жители поселка Старая Вичуга. В основном молодежь. Средний возраст сотрудников 35 лет. Фабрику Красина во вторник посетил губернатор Станислав Воскресенский. 2018 вполне возможно станет переломным для предприятия. Планируется расширение и покупка нового оборудования. На данный момент планируется установка новой линии. Будет закуплено новое печатное оборудование, сушильно-ширильные машины. Будут закуплены жекторные машины, которые планируются как отбелка тканей, тальк и гладкое крашение. Объемы продукции в последнее время выросли. В месяц выпускают 4 миллиона метров отбельной набивной ткани. Обрабатывают и свои полотна, и продукт других фабрик. В отделочном цеху обыватели не могут не впечатлить бочки с краской. Поставщик – проверенный турецкий партнер. Качество окрашивания отслеживает собственная химическая лаборатория. Проверяем стирку, проверяем трение, проверяем различные агрессивные состояния. Проверяют действия технической лаборатории, которая смотрит за состоянием пряжи, состоянием ткани, которая выпускается. В модернизацию в этом году запланировано вложить 15 миллионов рублей. Губернатор попросил обратить внимание на косметическое состояние помещений. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичугский район.